Ребята, сейчас будет жесть! У меня гитары! Всем привет, ребята! С вами я, Эрик и Глеб! Привет! И сегодня закончилась мега-копилка. И мы ее будем открывать. У меня все персонажи открыты, а у Глеба еще 9 персонажей осталось, так что, скорее 10 всего... 10 примерно где-то. Ну да, так что у Глеба, скорее всего, что-нибудь выпадет. Все, вот Бравл Старс. Ой, я забыл, а почему она сразу открылась, я потому не знаю. Потому что ты чуть-чуть открыл ее перед этим. Наверное. И ты заходил перед этим, когда она закрыла. Ну, понятно, сверхредкий. Кстати, Бравл все лучше. Редкий, опа. Никто не ставит лайки, значит, редкий. Почему редкий? Что-то вообще не везет. Оп, оп. О, эпический. Я такой закричал, такой, эпик. Хотя это всего лишь эпический. Если будет какая-нибудь косметика, крутые скины, это прям будет лайк. Да. Потому что у Эрика уже слава, и что от него? У меня уже все персонажи открыты, либо... Кроме Драка. Ну, Драка еще не вышел, потому что... Так. Хотя, может, он в раннем доступе. Может быть, он уже вышел, просто мы не заходили... Год. День в Бравл Старс не заходили. Эпик! Давай я открою. О, Натару злой, обалдеть. Давай я открою. Давай. Это не я открою, это ты откроешь. Ну, что ты первый. Сверхредкий. Сверхредкий. Супер рейр. У меня что-то... Почему у меня все на русском? Было же на английском, я ничего не менял. Я менял, когда стрим проводил. О! Это мой аккаунт. Это Глебин из Гардеробы! Это Глебин аккаунт! Это Глебин аккаунт! Ребята! А почему ты открываешь? Давай я на твоем аккаунте открывать буду. Мы перепутали аккаунты. Ну давайте тогда будем переходить на мой аккаунт. Тогда я буду открывать на Эрикином аккаунте. Что это произошло? Ну давай, мне же надо, чтобы мне что-нибудь выпало. Я думал, это мы открываем на моем аккаунте. Далили, да, Виллоу. А мы потом посмотрели такие. А, стоп, Виллоу? У меня же есть Виллоу. Я думал, это мне выпали крутые пины. Так, редкий, эпический. Сейчас. Опа, 100 кредитиков. Ребята, поставьте лайки, чтобы Эрику хотя бы что-нибудь выпало. А то мне вообще ничего не выпадает. Это мне вообще-то ничего не выпадает. О, вообще обалдеть, ты быстро открыл. Так. Вау. Что-то у Эрика вообще не везет. Что-то не везет, да. Мне даже что-то подошло. Я думал, мы открываем мои стардропы. Теперь буду что ты делаешь? Открывать на моем аккаунте. Кого ты будешь открывать там? Раз все так быстро прошло, давайте откроем на моем втором аккаунте, да? Мега-копилка, будем сейчас спидранить. Прррр, шкибери, доп, ес, шкибери, да, вот это. Эрик, ты можешь вот так вот убрать и будет вот так вот. Ну не, ну так неинтересно, я буду нажимать. Так, супер редкий, трррр, эпический, трррр, редкий, трррр, редкий, трррр, супер редкий, трррр, супер редкий, трррр. Сейчас проверим, вдруг на моем аккаунте вторые дропы дают. Редкий. Ой, эпический. О, на грифа. Редкий. Холри. Ой, на Чарли, мне кажется, выпал. Ну ладно, давай я перехожу на свой основной аккаунт, и мы поиграем, да? Я хочу поиграть за Мелори. Пошли! Всем привет, ребята, снимай, я сейчас куплюсь. Нет, ты же не снимаешь. Ой, давай включу запись. Стой, да не надо этот скин покупать без этих, без блинков. Я да куплю. Нет, давай! Да не я надо! Я куплю! Ребят, Глеб, короче, скибиди туалет, он хочет купить этот скин сейчас. Ну что у меня, вот. Короче, ничего никому не будем спрашивать. So tired. Обалденный скин. Я сюда поставлю иконки, потому что Пайпер мы не будем нарушать. Ребята, сейчас будет жесть. Обалденный скин какой. Опа-на, все, пошлите в катку. Я упала на ногу. Я расстаю. Забыл. Капец, они капец у нас скины жесткие. У нас мастер в команде. Чё, Эрик? Эрик, хоровай, давай и... Да в смысле? Фэнк, чё ты странный? Фэнк мог ультануть, не знаю. Всё, включаем и... Ой.
Эрик, ты куда? Ты где? Что-то все умерли. Что у нас вся команда? Что она наделала? Вообще-то тагу-тагу она говорит, а не жагу-жагу. Дабу-дабу. Дабу-дабу-дабу. Стоп, а где мои пины? Ты куда пины взял? Глеб стримил в прошлый раз и пины просто поставил куда-то неизвестно. Не, ну ты что, серьезно? Ну нет, карта не подходит. Тут надо другого персонажа брать. Нет, оставь. Мы пошли в другую игру. Пробо? Ты уверен, что этот персонаж подходит? А, нет, блин, у него гаджетом был здесь. У тебя какая пассивка или нету пассивок? Нету пассивок, у меня только девятая сила. Что ты делаешь? Ты ни разу не попал в него. Не, попал. Выпинывай мяч, чел. Ну, меня открыть. Опа-на, опа-на. Ну, почему у меня не было тыков? Тыков. Так, я плакаюсь. Она схилит мой чел. Ну, мячик. Мячик не хочет. Так, давайте, вы забили? Да! Я автоатакой стрельну. Автоатакой? Да, я случайно не хотела его ударить, но случайно автоатакой забил гол. Табу-табу. Выбинывай, но не туда. Нормально. Блин, 3, 2, 1. Нэм, забили. Я не успел гаджет. Oh, no. Фу, то, что я гаджет не успел. Bad. У тебя сколько гаджетов осталось? 2. Нормально. Зачем она там гаджеты использовала? Не умираешь? Умираешь. Вы оба умерли, да? Так себе у нас канал, манда. Ты что бьешь меня? Ой, блин, что произошло сейчас, боже. 3, 2, 1. Нет. Ну, это просто додик. Дизлайк, нам забили. Это вот, нажми. Горячая зона. Горячая зона имба просто. Мне сайта. Тогда надо взять лук. Нет, ты просто закинешь, всех убьешь. Куча миллион ульты будет. Чабу, чабу. Чабу, чабу. Я просто туда закину, и ты ему будет закинет. Сэнди мой любимый персонаж вообще. Зачем ты купил на него скин? Вообще-то это то мой любимый теперь. Мой любимый. Так. Вообще-то меня нельзя бить, у меня крутой скин. Что бьет эта палка? Да палка чуть не убила. Вообще-то мне палка не должна быть. Фрайзи фрог. Сейчас я ульту закину, когда их будет много. Опа-ам! Залезаем, залетаем, залетаем и убиваем, убиваем, убиваем. Хорошо, сколько там у нас ульты? Нормальное количество. Но они нас всех убили. Да, но надо так закинуть ульту, и мы будем так. Двойная ульта чисто. Двойная ульта чисто у всех. Все замораживаются. Ай, короче. Че, Чак всех убил? Чак. Это вот Чак вот этот у них бешеный ездит на паровозике своем бешеном. Смотри, двойное заморожение было у них. Я их заморозил. Капец, на жестко. Ну вы что, серьезно? Как мы нас убираем? Жестко ему дам, как мы дам, проигрываем дам. Этим? Как мы им проигрываем? Они, у них плохой пик. Да, у них супер плохой пик, кстати. Да. Вы плохо играете. Да. А, блин, нет. Не успеваем. Давай. Да в смысле? Табу-табу. Ну ладно, давайте еще раз каточку сыграем здесь. Я вроде бы нормально отыграл. Нам нужен челик на чаке. Так, нормально.
Не попал, не играют вообще. О, у них этот! Я так и знал. Спайк? Мутация? Ой, какая мутация? Байрон? Просто Байрон мне его стрельнул и показалось, как будто мутация выглядит. Выглядело как мутация реально. И умер. Но все равно мы тащим. Как в прошлый раз, 2% у них. Все, это вот это очень сложная тактика, которую можно выиграть, но нам будет сложно ее выиграть, это реально. Может, тактика хорошая, мягкая. Сейчас надо хилиться, хилиться. Давайте, давайте, их убивайте. Эй! И что он убрал свой этот... Он положил вдруг, он улетел. Или он... Не знаю. Слился. Сейчас закидываю льду. И ничего не делаю. Они нас не подпускают даже. Получите вы. На, муда. Так. Ну давай, ну блин. Майкет сатана. Майкет сатана. Майкет сатана. А что прикол, кстати, этого мема? Я не сам. Опа! Гениальная мелодия у нас. Сейчас закидываем ультушку. Нормально, ультуль. Опа, залетает она, но меня убивает, 100% убивает. Ты пытайся, у них как тактика, кстати, хорошая. Давай, Кучка, давай ты всех убьешь, давайте. Давайте мы добьем, если мы не умрем ни разу. Если не умрем, нормально. Нет, Эрик, давай, хорош. Хорош, давай, давай, хорошо. Нет, это слив, да блин, он меня перебил. Нам либо на спайка надо, либо... Нам нужен этот. Чак. Нам нужен Чак. Сейчас мы выиграем мы с этим блокбастером. Блокбастер. Он вот такой... Бум-бум! И все такие... Ай-ай-ай-ай. Так, у нас блокбастер. Он будет нас защищать, а мы будем, короче, жестко атаковать. Пушить. Все, это вот тупой у них этот вот... 69 хп! Почему не хилишь? А, блин, я стреляю. Так. Дабл. Ну мы выиграем. Ну мы нормально вообще атакуем их. Сейчас я захожу на их базу. Нет, не убивайте. А, блин, надо убивать. Пока он не ульту не юзнул даже. Я им перекрываю проход. Все, короче, ты нам помогаешь жестко. Не получается. Не получается. И давай, 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 и давай, давай. А Сими Роли. Опа! Спасибо, заморозка. Все, ага. Нормально, это, ну, выигрышно. Если мы будем нормально отыгрывать. Так, это тупо. Мы сейчас тупо слился я. Меня просто закидали. Лари и Лори, да? Да, этот Лари, Лари и Лори уже достали. Меня Лори сейчас почти убил. Ну, потому что это как игрок один. Мы сейчас, если... Они вообще этот... Сейчас тащат. Они сейчас тащат. Если честно, да. Все, давай! Закидывай тут к ним. Ну, в смысле? Мы сейчас сольем-то. Так нечестно вообще. Все, давай, давай, давайте, давай, давайте, давай. Пушим их. Пушим. Все. Ну, нормально, у нас мид. Давай, один из нас пойдет на пуш на них. Точнее, я. Вообще круто. Блокбастер, Сигма, Стардропик мифический! Глебомифик, Стардроп! У меня легендарный! Ребят, глебомифический, давай ты первый! Ой, они не видят, что у меня! Давай, просто давай подписчикам. Чё там? Очки силы 200. У меня легендарный Стардроп, вы же видите. 500. Ну ладно. Ладно, тоже хорошо. Нифига себе, я в шоках, если честно. Ну да, все. Вообще круто сыграли. Он хорошо играет. Все,
Ребята, мы круто поиграли. Мне выпал легендарный стардроп только что. И вообще, Sigma Skibidi Dop Dop Dop, yes, yes. Всем пока, ребята. С вами был я, Эрик и Глин. Пока! И мы наконец-то одного.